Социальное предпринимательство в Мурманской области активно развивается. Один из самых успешных проектов такого бизнеса – музей занимательных наук «Фокус». Здесь люди с ограниченными возможностями здоровья могут не только получить новые знания, но и просто отдохнуть. Обычно посещение музея или выставки у многих ассоциируется со скучным времяпрепровождением. Но оказавшись в уникальном не только для Мурманска, но и для всей области интерактивном музее «Фокус», понимаешь, что ближайший час пролетит незаметно. Здесь можно не только трогать экспонаты, но и ставить научные эксперименты. Например, извлечь звук из простого таза с водой или посмотреть в необычное полосатое зеркало. Такие занимательные, естественно, научные опыты помогают получить знания об окружающем мире в доступной форме, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями. Так повелось, что мы стали приглашать на открытие всех выставок детей либо из школ-интернатов, либо из центров инвалидов. И так получилось, опять-таки, что при поддержке Министерства развития промышленности и предпринимательства мы теперь очень много сотрудничаем с центром молодых инвалидов и с другими категориями граждан, которые мы считаем слабо защищены в обществе. Эта бизнес-идея стала одной из наиболее успешных в Мурманской области. С 2014 года из областного и федерального бюджетов Мурманской области на проекты социального предпринимательства было выделено более 21 миллиона рублей. На конкурсной основе выделяются эти меры поддержки. Одномоментно предприниматели могут получить от 300 до 600 тысяч рублей. И мы эту работу намерены продолжать и дальше. И, кстати говоря, вот последние два года это только средства областного бюджета. Благодаря финансированию, предоставлению субсидий и оказанию всесторонней комплексной поддержки со стороны государства, по словам губернатора, все больше и больше предпринимателей стараются включить в свой бизнес, который изначально направлен на получение прибыли, социальную составляющую.